Друзья, всем привет! Рада видеть вас на своем канале по прическам. Сегодня я вам покажу прическу на коротких волосах, основой которой были локоны, и она выполняется при помощи плетения. Волосы короткие и густые. Ну что, мы начинаем! Создаем основу прически, накручиваем волосы на утюжок и обязательно фиксирую жидким лаком. У меня Шварцкоп Силуэт. Крутить можно в любую сторону. Итак, у нас получилась прекрасная основа для прически. Теперь начинаем плести косу. Коса плетется французская с подхватом с двух сторон. Закрепляем косу резинкой. Из оставшихся волос плетется такая же коса, только с одним подхватом. Параллельно я косу растягиваю для того, чтобы она была более воздушной и широкой. Я оставила часть волос и косу вела под оставшуюся прядь, закрепив невидимкой. Оставшиеся волосы я также закрепляю резинкой и выворачиваю вовнутрь, закрепляя хвостик под косой при помощи невидимки. Посмотрите, какая у нас красота получилась, видна каждая текстурная прядочка. Если вам понравилась прическа, обязательно ее оцените, поделитесь ею со своими близкими и не забывайте подписываться на канал. Ну а я с вами не прощаюсь, до скорых встреч в следующем видео, пока-пока!